Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Барыш Ардуч и Эльчин Сангу рассказали о жизни двух влюбленных в популярном турецком сериале «Любовь напрокат». Сериал получил высокую оценку зрителей, а настоящие чувства между этими двумя актерами посчитали гораздо более реальными, чем чувства героев сериала. Шли дни, слухи росли, и Барыш Ардуч наконец признался, что сделал предложение. Однако Эльчин Сангу не приняла предложение руки и сердца Барыша. Какой бы ни была причина, Барыш принял и уважал решение Эльчина. Позже Барыш Ардуч женился на Гупсе Азай, это рассматривается как результат того, что Эльчин сделала свой выбор и прекратила их отношения. После отношений между Барышем Ардучем и Эльчин Сангу многие начали верить, что чувства между ними были настоящими. Многие поняли, что между ними была более реальная связь, чем эмоции персонажей сериала. Зрители поняли, насколько глубоки были их истинные чувства, когда Барыш признался, что сделал предложение Эльчин. Отношения между Барышем и Эльчином для многих стали символом свободы. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Барыш Ардуч и Эльчин Сангу рассказали о жизни двух влюбленных в популярном турецком сериале «Любовь напрокат». Сериал получил высокую оценку зрителей, а настоящие чувства между этими двумя актерами посчитали гораздо более реальными, чем чувства героев сериала. Шли дни, слухи росли, и Барыш Ардуч наконец признался, что сделал предложение. Однако Эльчин Сангу не приняла предложение руки и сердца Барыша. Какой бы ни была причина, Барыш принял и уважал решение Эльчина. Позже Барыш Ардуч женился на Гупсе Азай, это рассматривается как результат того, что Эльчин сделала свой выбор и прекратила их отношения. После отношений между Барышем Ардучем и Эльчин Сангу многие начали верить, что чувства между ними были настоящими. Многие поняли, что между ними была более реальная связь, чем эмоции персонажей сериала. Зрители поняли, насколько глубоки были их истинные чувства, когда Барыш признался, что сделал предложение Эльчин. Отношения между Барышем и Эльчином для многих стали символом свободы. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.